Алексей, вот у вас вам сделали авторский коктейль ром с и портвейн, да? Ром с портвейн. Можете поделиться своими впечатлениями? Да, это незабываемо. Настолько незабываемо, что уже забыл. Что это можно увидеть только на этом видео потом. А чтобы пересматривать это видео и вспоминать. Ладно, спасибо вам за интервью. Приезжайте. Мы вот постоянно мимо вот этого фонтана туда-сюда лазим, и мне он всегда напоминает мордочку собачки. Ну все, допился уже, все. Вот, гостиницу Москву днем, по-моему, я уже снимал, если я не ошибаюсь, а ночью вот еще не снимал. А ночью она выглядит вот так. Ну, как говорится, куда не идешь, обязательно упрешься в гостиницу Москвы, как в этом, у Пелевина. Не, у Пелевина было так сказано. В Москве, куда ни пойди, всегда придешь либо к Кремлю, либо к Курскому вокзалу. Это вот мы сейчас вот, мы с Лешей живем в историческом тоже районе. Блин, там вот этот храм не особо отсюда видать. Вот, видать. Из окна. Тут еще всякие эти министерства, финансов, там всякие правительства, президентский здесь квартал. Кошки, да, вот. И вот такой исторический дом, еще, скорее всего, довоенный, я так предполагаю. Такая дверь вот тут. О, тут такая лестница, то есть лифт с такими тоже дверками. Живем мы на третьем этаже. Что, на лифте поедем? Вот чтобы лифтом пользоваться, нужно пимпу прикладывать. Без пимпы лифт не едет. Пимпу и молитву еще. Да. Приезжает лифт. Такая у него конструкция. Как вот... Я сейчас она откроется. Вот. С дверками. Катя на профсоюзное желание, у нее было тоже с такими дверками. И тут главное, что вроде лифт такой современный, а петли присраны. Ой, какие. Как будто узбеки присрали. Блин, ну у Леши ничего не получается. Сука. Дай без этого, не ругайся. Ой. В смысле, блин. Смотри, это не работает. О, красная пимпа. Быстрее бы пешком дошли. Вот. Красная? Да. Все, вот. Только нам второй нужно. Выйдем на второй. Ну что-то нулевой. С нулевого этажа. У них с нулевого этажа считается. Только ну-ка, меня видно в зеркало. Меня видно. Леха видно. Тут у нас такая историческая хата. С такой мебелью из массива дерева. Такие вот тут двери тоже, скорее всего, оригинальные, тоже из массива дерева. Всякие тут, что тут у нас, часы эти бьют по ночам так нехило. Башки, иконки. Да, ну, иконки это новодел, картины, телевизор новодел, конечно же. Тут две спальни. Причем вот из спальни вот раз дверь, тут бах, еще одна дверь. Оп. Сюда. Ну, плитка новодел, конечно, а так везде паркет. Паркет старый. Тут у них санузел такой большой. Тут такая тоже здоровенная кухня. Да я обычно-то не показываю, где мы живем, потому что мне интересно. А вот тут интересно, потому что реально исторично хата. Тут еще балкон такой немеренный.
Кстати, еще какая-то дверь. Не видно в темноте. Их двух, блин, ничего не видно, темно, но поверьте, что тут дворик внутренний. А эта дверь, кстати, на вот к лифтовой шахте на лестничную клетку выходит. И там еще одна спальня Лехина. Вот этот на балконе включил свет ради интереса. Вот, во-первых, еще вот показываю эту таинственную дверь, которая ведет непонятно куда. А балкон этот, видимо, был общий, потому что вот эта дверь ведет на лестничную клетку, там, где лифт. И вот балкон, он идет вот вдоль всего. Вот, туда ведет. И они тут, говорится, вот этот вот шкаф присрали. Он является разделением от соседей. То есть это окошко вот это тоже соседское. Такая вот интересная у них тут темка. Вообще мило, очень мило. Поэтому это единственная квартира, которую я решил снять. В этом плане на видео. Все, отключаюсь.